50 коммуна на дом. Нашего родного. Если они его не уступающие, его влияние
Занес себя Пантеон, историю канала Муз-ТВ, потом начался новый телесезон. У нас в среду, пацаны мне нужны, пацаны, особенно шпионского вида. У нас в среду матч Северной Ирландии с бездарными футболистами из команды Северной Ирландии. Если мы не возьмем 3 очка, мы не поедем в Бразилию. Канал Муз-ТВ поддерживает всех талантливых людей. Мы выиграем у Северной Ирландии. Выиграем. Подумай хорошо, неприятный человек. Подумай хорошо. Откуда вы знаете, что мы выиграем? Откуда вы знаете? Он пояснил. А какую музыку должны слушать футболисты, чтобы настроиться на игру? Ну, кроме гимна. Какую музыку должны? Ну, такую же, как сейчас мы слушаем. Стас Пьеха вам нравится? Веселая, классная. Нет, Стас Пьеха вам нравится? Обязательно. Нравится. А кто еще нравится вам? Либо из... Колдун. Колдун будет сегодня? Будет. Ну, пожалуйста, он уже взрослый паренек, и Дмитрий Колдун. Ну. Дмитрий Атранович Колдун Ашвили. Давайте договоримся. Скажите мне, пожалуйста, наши должны выиграть среду. У этих бездарей ничтожеств, пустомель, пустые горы из Северной Ирландии. Если мы не выигрываем, ни у Атара нет смысла жизни, ни у Путина, моего двоюродного брата, ни даже у Армандо Витяра, мы выиграем или нет? А вы вообще по футболу интересуетесь или так же, как в жизни все дело? Мало. И тем, и другим. Но наши спортсмены же молодцы. Я хотел бы, кстати, через эфир, сейчас у нас сегодня динамичнее программа, у нас новый сезон, мы вкатываемся, у нас блестящая съемочная группа, вообще, Ефимовой, которая взяла 2 повода. Что мы будем делать, что мы будем, чем Россия славится, кроме спорта, чем? Кроме спорта я Дарик, чем? Ну, какое вы к балету имеете отношение? Какой же? Мы в среду выиграем? Мы выиграем? 3 очка нам. Мы выиграем? Приветствую. Как зовут твоя красавца? Посвящаем тебе сейчас выступление. Дамы и господа, мы продолжаем подключение. Это первый эфир в этом сезоне, мы начали раньше всех каналов, и все делаем первые, и в качестве всех. Вот для того, чтобы дать такое интервью, всего лишь, чтобы приедут в Вегас, мы продолжаем программу «Партийная зона». Кто не приезжает, тот в Северной Ирландии. Снимает. Звук тоже пишется. И звук пишется. Молодец. Да,
Надо придумать что-нибудь. Я знаю, ты не знал, ты не знал, каждый день я хочу увидеть.
Let's go.
человек рекламы. Мне очень приятно, что вы мне рецензия от него, потому что знакомы уже очень много лет. Сейчас мы берем группу «Дважды два». Друзья, вы знаете, самое важное время для меня, я не волнуюсь, я волнуюсь всегда, когда мы ходим на сцену. Артистное волнение – это не артист, честно. Но сейчас я волнуюсь особо. Я хочу представить вам новую песню. Знаете, так сложилось, слава богу, очень многие люди говорят, что без песни, если ты со мной, то там не выходит ни одной из своих. Но прошло уже два года с того, как вы написали. А теперь, надеюсь, еще одна свободная песня, которая называется «Дыши тобой». Спасибо огромное, для меня это очень важно.
Ну и сейчас я свои песни из молодости отдам. Мне очень приятно, что я имею отношение к появлению каких-то артистов на сцене, потому что я себя. Я сейчас свои песни, такая маленькая хорошая время, свои песни, которые я помню от Дэвида, в 2006 году привела на сцену как артистов, как, собственно, Дрин, Джокер, Настя, Шишкова, Олгер, Жирков и Тимати. А тогда мы называли «Сколитивом банды». Текст вы знаете? Я очень надеюсь, что переживать вы будете, но текст я буду отсказан не переживать. Я знаю, что его очень плохо будет слышать на телевизоре, но для меня очень важна та энергия, которую мы получаем от вас. Поехали. Thank you.
этого, наверное, стоит закончить наше выступление. Я не буду сейчас просить вас, чтобы вы написали, вы сидите, потому что это прямой эфир. Огромное спасибо вам, что вы позволили вам перенести свой прошлый два опасные контакты в том виде. Хотел представить лицо, представить. Ну, по совместительству, мы не знаем вообще, вот так и все дела. Хочу, потому что не хватит.
там сюда жена твоя тоже. Чё-чё? А, он снимает, да? Ну ладно. Видел, что твои команды где это? Видел. Камера, видел. А если не хватит, то придется сюда что-нибудь. Камера, або камера. Я тут смотрю, прицелить как нормально будет? О, нормально. Вот, нормально, что-нибудь сниму. Фотографируется не будет. Фотографируется не будет. Что-нибудь не сниму. Я бы не хочу. Я бы... Мне что-то вообще длинно на поле было. Длинно или на поле, я не знаю. Ну, действительно, ну, сюда двигаюсь. Вот он. Привет, друзья! Алло. Давай включайся. Кто-то не скажет, постой, мне
господа, сейчас мы перейдем.